Итак, друзья, для того, чтобы в нашем бизнесе зарабатывать хорошие деньги, ваша основная задача – это построить 6 дилерских команд. В итоге вашей проделанной работы должно быть как минимум 6 дилерских команд. Давайте посмотрим. То есть это 6 команд с товарооборотом примерно в 300 тысяч каждый. Что вам это даст? Да? Какова цена вопроса? Итак, ваш доход на таком уровне будет порядка 3 миллионов рублей в год. Ну, вы сами можете посчитать, сколько это в месяц. Порядка где-то 250 тысяч в месяц. Дальше вы получаете автомобиль премиум-класса. То есть у вас будет выбор, это либо Mercedes, BMW, Audi, Lexus, Infiniti и так далее. 2 миллиона 150 тысяч компания вам за него оплатит. Следующее, вы будете 2 раза в году отдыхать в лучших странах мира, то есть это отпуск оплаченный компанией, и только в виде разовых премий вы получите на 17,5 тысяч долларов, общую сумму 17,5 тысяч долларов. Ну и, соответственно, VIP-статус, да, то есть на всех крупных банкетах, мероприятиях у вас будут VIP-проживания, VIP-перелеты, VIP-столы, VIP-зоны. Итак, но понятно, что начинается построение с первой команды. Давайте посмотрим, да, то есть ваша основная задача начать строить первую команду. Да, и ваша здесь первоначальная задача найти первых двух своих ключевых партнеров. Именно первых двух. То есть это те люди, которые так же, как и вы, к примеру, звездочки, да, то есть будут также строить команду. А где брать людей вообще? Мы всегда рекомендуем начать со своих знакомых. Да, то есть в ближайший месяц, два, три, ваша задача каждому из своих знакомых сообщить, что вы сейчас в этом бизнесе, да, вы его развиваете и так далее. Да, кто-то скажет нет, кто-то скажет да. Ну, то есть ваша задача начать с списка знакомых, это будет более эффективно. Итак, как только у вас появились первых два ключевых партнеров, вы начинаете строить вторую команду. Все полностью в таком же принципе. Находите здесь также двоих своих ключевых партнеров, начинаете строить третью команду. То есть ваша основная задача в первое время вывести эти команды на товарооборот в 1000 баллов в каждой. Ну, в среднем, да, то есть, конечно, где-то будет чуть больше, где-то будет чуть меньше, я просто говорю, что в среднем. На товарооборот в 1000 баллов. Если мы в рубли перейдем, это будет порядка 40 тысяч рублей в каждой команде. Что в целом вам это даст? Да? Какой у вас будет доход на этом уровне? Давайте посмотрим. Каждый из них выходит на уровень менеджера, и у него 9% премиальных. 3000 баллов, ну плюс у вас будут свои личные 150, значит в итоге это 3150 баллов групповых. Да? То есть вы выходите на уровень 15% премиальных. Компания вам выплачивает разницу между товарооборотом ваших команд и вашим общим товарооборотом. Разница у вас 6%. Давайте посчитаем теперь, сколько это в рублях. Итак, значит, первое. Вы зарабатываете полные 15% с личного товарооборота. Итак, 150 баллов мы умножаем на курс балла, умножаем на 40 рублей. Да, получается 6 тысяч. И, соответственно, 6 тысяч мы умножаем на 15%. Итого будет 900 рублей. Следующий момент. Да, берем товарооборот структуры, 1000 баллов, умножаем на... Также на 40, мы получаем 40 тысяч, как я вам и говорил, да, и умножаем на процент, на 6%, да, и итого это получится 2400 рублей, 2400. Но смотрите, таких команд у вас не одна, таких команд у вас три, да, соответственно, 2400 мы умножаем на 3, будет 7200 рублей, ну и плюс ваши 900, да, это будет... 8100 рублей. 8100 рублей это за 3 недели, это не в календарном месяце. Мы если пересчитаем в календарный месяц, это будет порядка 11,5 тысяч рублей. Теперь, это вот первый этап. Второй этап. Помочь каждому из них построить такие же свои три команды. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Помочь каждому из ваших вот этих ключевых партнеров построить свои три команды с товарооборотом, ну в среднем, в 1000 баллов в каждой команде. 1000 баллов. Каждой команде. Да, давайте посчитаем, что в итоге вот такого будет ваше построение. Ну, соответственно, у каждого из них также есть свои 150 личных, то есть каждый человек выходит на товарооборот 3150 баллов, а это будет 15% премиальных, так же, как у вас. Давайте посчитаем. 3150 умножаем на 3, будет 9450 баллов. Ну, соответственно, ваши, у вас там уже, наверное, будет больше. Давайте возьмем 250 баллов, к примеру. То есть 9450 баллов плюс 250, это будет в сумме 9700 баллов. Это уже уровень 22% премиальных, уровень старшего менеджера. То есть вы выходите на 22%, между вами разница в 7%. Давайте теперь посчитаем именно доход, да, какой доход будет у вас на этом уровне. Итак, первое.
Берем ваш личный товарооборот 250 баллов, умножаем на курс балла на 40 рублей и умножаем на 22%. Обратите внимание, здесь вы получали 15%, здесь вы получаете 22%. То есть, да, это общие максимальные выплаты. На 22%. Соответственно, здесь доход получит 2200 рублей. 2200 рублей. Дальше. Следующее. Берем товарооборот вашей команды, 3150 баллов, умножаем на 40. Это будет 126 тысяч, да, и умножаем на сколько? На 7%. На 7%. Это будет сумма 8820 рублей. 8820 рублей. Но смотрите, таких команд у вас 3. Соответственно, да, мы 8820 рублей умножаем на 3. Что у нас получится? 26 460 рублей. 26 460 рублей. Плюс ваши. Да, 2200. Итого будет 28 660 рублей. Но это опять же в 3 недели. Если мы с вами умножим на 17 положенных периодов, это получится почти 487 200 рублей. Ну, почти полмиллиона. И разделим 12 календарных месяцев, то мы получим, что ваш доход в месяц составит 40 600 рублей. Ну, скажите, для начала неплохие деньги. Да, и при этом открываете звание уже директора. Следующий момент. А вот дальше, как только у вас эти три группы уже будут самостоятельными, ваша задача взять новые три команды, да, и начать с ними по такому же принципу. А вот эти первые три команды вы выводите на товарооборот 22% премиально. Да, и давайте посмотрим, что тогда получится. Пока у вас растут последние, то есть 4, 5, 6 команда, первые три команды выходят на уровень 22%. Вы открываете сразу же несколько званий. Да? Вы открываете звание директора, дальше звание старшего директора, золотого директора и старшего золотого директора. Да? Только в виде разовых премий вы получаете чек на 1000 долларов, плюс за одну команду на 1500 долларов, да? Плюс за вторую команду 2000 долларов, разовые чеки. Ну и, соответственно, плюс за третью команду вы получаете разовую премию 3000 долларов. Если все вместе сложить, то это будет 7500 долларов, только в виде разовых премий. Ну, соответственно, ваш доход в месяц будет порядка 100 тысяч рублей в месяц. То есть, к примеру, если вам нужно зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, ваша задача построить первые три команды. Если вы хотите зарабатывать 250 и более тысяч в месяц, ваша задача построить следующие три команды. Да? И тогда вы уже перейдете на другой уровень, на другой стиль жизни, другой уровень жизни, совершенно с другими доходами. Так что, друзья, если будут какие-то вопросы, обращайтесь, пишите в личном сообщении, звоните. Все мои контакты находятся под этим видео.